приготовиться к выходу на ринг четвертой паре. Дмитрий Майдаков, Виктория, Александр Яковенко, Виктория. Напоминаю, а в ринге у нас финальная пара весовой категории до 63 килограмм. Александр, а что выходит? Победу и звание чемпиона Черкасской области по боксу среди юниоров 2014 года завоевал Евгений Власюк, город Умань. Боксеры награждаются. За второе место Артур Пинтюк, город Умань, дипломом и медалью за второе место. Награждение проводит судья первой категории. Андрей Смирнов. За первое место награждается Евгений Власюк, город Умань, дипломом и медалью за первое место.